подростков там, до 16 лет. Мне кажется, нет. Может быть, есть у кого-то дети случайно до 16 лет. Совершенно неожиданно, вот пока ковид был, мы сделали такой проект, который неожиданно знают все подростки до 16 лет. Вот. И, к сожалению, в бар прям на вечер, на концерт не позовешь. Но я спою какую-нибудь песенку оттуда. Там есть такая песня, которая практически без музыки, но там нужно хлопать. Попробуем? Вот, но я предупреждаю, песня молодежная, понимаете, это такая немножко такая хулиганская, может быть, местами. Это Сережа намекает, но она не для нас, но так и будет. Нет, я совершенно спокойно, то есть... Уж я вам освоюсь. Не в этом дело, да. Просто, когда кто-то есть в зале, кто знает, что нужно делать, уже как бы проще, вот. Ну ничего. Короче, у песни есть ритм, да? И ритм такой примерно. На раз, по идее, нужно топать, на два нужно хлопать. А темп примерно такой. Раз, два, раз, раз, два, раз, два. Попробуем. И нужно это делать всю песню, не очень длинную. Давайте побыстрее чуть-чуть. Да, раз, два, два, два. Да. Ты маешься, камон, как сказал Сократ, это лишнее, брат. Как сказал Лао Цзы, выпить чаю и не ссы. Как сказал Хоямо Мар, отправляемся в угар. Цитаты Гиппократа у меня на языке. Как сказал мне Гиппократ, поправляя свой халат, я великий, а великие херни не говорят. Цитаты великих людей. Десятки великих людей. Спасибо. Сейчас мы закончим.